недавно пою, это с сентября месяца, после того, как мы, в принципе, все, ну, не все, а я и Джимми, и его семья переехала из Москвы. Стараемся быть подальше от политических событий, потому что, так как сам концепт Шатургугура, он всегда был направлен на некие социальные противоречия и вообще на поднятие социальных проблем непосредственно внутри крымско-татарского народа. Вот это вообще круто, у меня в жизни такого не было.